сроки посадки кальрави в открытый грунт? Как пересадить? Как подготовить посадочные места? Слушайте в сегодняшней аудиостатье о том, как вырастить хорошую капусту кальрави в открытом грунте. Вся прелесть капусты кальрави в мощных питательных кочанах. Для того, чтобы получить качественный здоровый корнеплод, нужно учесть все ступени посадки, начиная с подготовки семян и проращивания рассады до пересадки в открытый грунт. За 50-60 дней в среднем капуста готова к пересадке. Примерно за одну или полторы недели до планируемой даты высадки начинается подготовка участка земли. Грунт должен быть полностью прогретый, поэтому посадка в открытый грунт возможна только с середины мая и до теплого сентября. Более поздняя посадка вплоть до октября проводится, если зима наступает поздно, да и кальрави планируется для домашних заготовок, а не прямого употребления, так как питательных веществ в них содержится меньше. О посадке кальрави в грунт. С середины мая до конца лета. Доращивание под пленкой. Посадка ранних или поздних сортов. Пересадка саженцев с 5-8 листами каждый. На месте посадки кальрави рассады в грунт ранее могли расти картофель, тыква, кабачок, бобовые, томаты. Нельзя сажать кальрави после нее или других крестоцветных сортов из-за общих болезней. Где посадить кальрави и как подготовить землю? На участке выберите хорошо освещенное и открытое место. Допускается частичное притенение. Посадка возможна на склоне. Место в огороде выбирается южное или ориентировано на юго-восток. Западные участки уже слишком темные для развития кальрави. Грунтовая смесь подготавливается в идеале с осени. Для начала проверяется кислотность почвы и предшественники. Кальрави растет на почвах с нейтральной реакцией. Идеальным считается грунт 6,7 pH. Как узнать кислотность почвы, читайте на нашем сайте. Осенью грунт перекапывается и сдавливается органиком вместе с древесной золой по 4 кг плюс 1 стакан. А по весне традиционно обрабатывается микроэлементами и минералами, вносит 1 чайную ложку мочевины и 1 столовую ложку суперфосфата. Можно снова ввести древесную золу. Схема посадки кальрави в открытом грунте. Расстояние между саженцами 40 или 50 см для сортов покрупнее. Расстояние между рядами 70 см. Глубина заделки 7 см. В каждую посадочную лунку нужно внести минеральное удобрение, затем присыпать садовой землей и только после этого высадить саженец. Формируется многоуровневая система подпитки будущих корнеплодов. Саженец не должен корнями соприкасаться с удобрениями. В лунку перед посадкой рассады кальрави внести 2 столовых ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины и 250 мг древесной золы. После посадки саженцы присыпаются землей, не сильно закрывая посадочную лунку, проливаются водой и мульчируются сухой почвой, чтобы сократить испарение влаги. Кальрави будет постепенно наращивать листовую массу, подпитываясь водой и удобрениями с почвы. Как только сформируются дополнительные 10 листьев, можно делать вывод, что саженцы прижились. Уход за кальрави в открытом грунте. Поливать каждые 3 дня. Подрыхлять на 3-4 см. Подкармливать по одному разу в месяц минералами. Удалять сорняки. Рыхлить между рядами. Пишите в комментариях, что в уходе за кальрави понравилось вам больше всего и что еще можно добавить в предложенной информации.